Час пик. Минская. Наряд ДПС останавливает машины одну за другой. Акцент инспекторы делают на детскую безопасность. Вблизи центральной магистрали сконцентрированы сразу несколько учреждений образования. Сотрудники ГАИ тормозят Volkswagen Passat. Водитель и пассажиры пристегнуты, но самый маленький, 6-летний, сидит на обычном сиденье. На первый раз предупреждение. Кресло узято в машине. А с садика нужно было сегодня забрать. Так и получилось. В ПДД черным по белому написано: перевозить детей до 12 лет можно только в специально удерживающих устройствах. При этом автокресло должно соответствовать весу и росту малыша. Штраф до 128 рублей. За повторное нарушение в два раза больше. Обойтись без бустера можно, только если ребенок выше 150 сантиметров. С 21 марта по 27 проводится неделя детской безопасности, а также с 21 по 3 апреля проводится целевой комплекс профилактических мероприятий. Ребенок-пассажир. Целью данных мероприятий является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии каникул и вообще в целях профилактики. Производители предлагают десятки моделей удерживающих устройств. Цена зависит от возраста. Самый дешевый – бустер. Его можно приобрести всего за 55 рублей. За автолюльку просят от 170. Автокресло до 18 килограммов стоит порядка 300. Главное, отмечают специалисты, не брать на вырост. Чтобы наверняка не ошибиться с выбором, проверьте, есть ли на изделии вот такая наклейка. Это маркировка соответствия европейскому стандарту безопасности. В этом кресле-трансформере есть уникальная функция поворота на 360 градусов, плюс противоударные боковины, подголовник и три системы крепления. Подойдет оно как новорожденному, так и ребенку до 12 лет. Стоимость 510 рублей. Только с начала года детской безопасностью в Бобруйске пренебрегли 317 водителей. В 2021 к ответственности привлечены 1568 автомобилистов. В масштабах страны с участием несовершеннолетних произошло 226 аварий. 15 малышей погибли, 233 получили травмы. Помните, автокресло может спасти жизнь вашего ребенка. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.